Всем привет! Сегодня будем готовить вместе с вами невероятный вкусный и нежный торт Сникерс. Ну что, начнем? В миску добавляем яйца. Взбиваем миксером до увеличения в объеме. Добавляем сахар и продолжаем взбивать. Далее добавляем мягкое сливочное масло и продолжаем взбивать. Добавляем сметану и взбиваем еще раз. Добавляем разрыхлитель. Какао. Муку. И на маленькой скорости миксера взбиваем. В форму наливаем тесто. Разравниваем. Отправляем в разогретую духовку выпекаться при температуре 180 градусов 15-20 минут. Пока бисквит остывает, готовим крем. Все ингредиенты для крема должны быть комнатной температурой. Сливочное масло взбиваем миксером до остывления. Добавляем ванилин. И продолжаем взбивать. Кладем в массу по одной ложке вареной сгущенки и продолжаем взбивать. В карамель добавляем жареный арахис и перемешиваем.
Берем жирные сливки, взбиваем их миксером до загустения. Сливки соединяем с масляным кремом, аккуратно перемешивая лопаткой. Бисквит разрезаем вот так пополам. С помощью фольги делаем бортики для торта. Собираем наш торт. По краям выкладываем крем, делаем высокие бортики. А на середину выкладываем карамель с орехами. Разравниваем. Накрываем вторым бисквитом. Сверху смазываем кремом. Убираем торт в холодильник на 3-4 часа, чтобы пропиталось. Достаем из холодильника торт. Снимаем фольгу. Смазываем торт кремом. Отправляем наш торт в холодильник еще на 1 час. Пока торт в холодильнике, растапливаем шоколад. Я брала черный шоколад с орехами. Thank you.
Добавляем в шоколад растительное масло и хорошо перемешиваем. Достаем торт из холодильника. И полностью покрываем шоколадом. Делаем все очень быстро, потому что шоколад очень быстро застывает на холодном торте. Дорогие друзья, если вы еще не подписывались на наш канал, подписывайтесь. Не забывайте включить колокольчик, чтобы не пропустили наши новые видео. Торт украшаем по желанию. Можно сверху засыпать орехи. Торт получается нереально вкусным и нежным. Желаю всем приятного чаепития. До новых встреч!